Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать свой подарок от Faberlic. Это комплект постельного белья двухспального и покрывала. Давайте, наверное, начнем с постельного белья. Здесь указано, что это двухспальный комплект. Состав его поплин. Здесь и код стоит, и знак качества. В комплект входит простыня, пододеяльник, наволочка, две штуки. Гарантийный срок его всего лишь 6 месяцев, и срок службы не установлен. Обычно мы покупаем постельное белье в IKEA, и там именно дают гарантийный срок 10 лет. И это белье действительно ходит 10 лет. Давайте сейчас мы откроем и посмотрим, что же здесь, какой у нас тут получается комплект. Я думаю, что многие вам уже VIP показали. Этот комплект давался только VIP-покупателям и директорам. Ну, и директора у нас, конечно же, VIP, потому что это очень выгодно делать заказ именно на 100 баллов. Очень красиво сложено все. Красиво, но я вижу, что оно как бы тонкое. Ну, наверное, поплин и будет таким. Что это у нас такое? Это, скорее всего, пододеяльник. Везде указано Faberlic, Faberlic. Угу. Так. О, это наволочки. Наволочки. Мы такими как раз и пользуемся. У нас все подушки именно 50 на 70. Так, здесь у нас что? Ну, довольно-таки хорошее. Но все-таки для меня вот это белье, оно тонковато. Вот его степень прозрачности. Надеюсь, вам видно. Все-таки, мне кажется, вот он тоненький, прозрачный поплин. А я, конечно, привыкла немножко пользоваться другим. Но тоже очень приятно, что дарят такие тебе подарки. Так, дальше, что это у нас? Это у нас такая же наволочка. Это у нас такая простынь. Простынь. Да, вот она простынь. Тоже такая довольно-таки тонкая. А обычно мы пользуемся простынями, те, которые с резинкой идут. Это очень удобно, потому что при использовании вам точно гарантировано, что простынь не соскользнет кровати, и все будет в порядке с вашим матрасом, на матрасником. Ну и это вообще просто удобно, когда простынь под вами не скатывается. И дальше у нас идет это пододеяльник. С этой стороны у нас вот такой красивый узор. Сам по себе узор мне очень нравится. Вот. С обратной стороны мы видим также Faberlic. Такое ощущение, что вот там, где именно нанесено надпись Faberlic, тоньше, чем остальная ткань, которая сверху просто идет с узорчиком. Ну, прикольно, классно, спасибо, будем пользоваться. Гарантийный срок всего лишь 6 месяцев, ну, посмотрим, как он за 6 месяцев себя покажет. Но все-таки тонковат, очень тонковат, ну, не знаю. Я бы, честно, такой не купила, но спасибо за подарок, да? Как говорится, Дарина Муканю в зубы не смотрят. После того, как мы с вами посмотрели простынь, я хочу вместе с вами открыть и распаковать покрывало. Вот это покрывало, но очень-очень ждала на фотографии. Красивое до невозможности. Честно говоря, вот ожидала именно вот такой комплект, что наволочки будут без рисунка, но они пришли с рисунком. Наверное, это тоже неплохо. Так. Сейчас я с вами его раскрою, достану. Здесь указано, что это 100% хлопок, но я так вижу, что это так же поплин, как и на самих простынях и на самих наволочках. Давайте я вам покажу. Вот здесь у меня есть состав
состав чехла 100% хлопок и наполнитель 100% полиэстер. Произведено в России. Срок службы не установлен. Гарантийный срок использования 6 месяцев. Вот так. И будем, ну, пользоваться. Вот. Здесь изготовлено по заказу Faberlic, Москва, улица Никольская, 4D. Вот это все производят здесь у нас в России. Ага, вот здесь все-таки, наверное, указано, что это поплин. Покрывало стеганое, 210 на 220. Изготовитель ООО «Комфорт». Ух ты! Класс! Ну, мне нравится это покрывало. Оно довольно-таки плотненькое. Очень хорошо сделано само по себе. Так, я вижу, что на кровати это будет уже смотреться просто шикарно. Мне, кстати, очень нужно было покрывало. Очень-очень мне хотелось это покрывало. Я его так ждала. Я его ждала больше, чем наволочка под пододеяльник. И просто расцветка мне нравится. Нравится, как она сделана. Я вижу, конечно, что ткань довольно-таки, ну, тонкая. Но, может быть, это и неплохо. Вот именно вот в этом случае, когда входит у нас подложка, и получается, что ткань не совсем тонкая, и получается очень даже неплохо и красиво. Ну все, теперь будем с удовольствием пользоваться. Спасибо, Faberlic. Я надеюсь, что вы не будете на мой отзыв как-то негативно реагировать, потому что это мое мнение, и мне бы хотелось, чтобы вы... Ну, просто его принимали так, как просто мнение обычного человека, который пользуется так же, как и вы, и также делает покупки. И очень-очень, конечно, есть здесь ожидания и реальности. Немножко бы мне хотелось, чтобы ткань была поплотнее, такая вот, как, знаете, ну, продается сатин, продается очень-очень плотная ткань именно для постельного белья. Тогда она, ее срок службы получается дольше и намного, так мне кажется, лучше, когда сами по себе вам вещи служат дольше. Ну а так, в принципе, мне очень нравится. Классно. Отлично все покрывает. По длине его хватает на большую двухспальную киевскую кровать. Вот так это покрывало выглядит на большой икеевской кровати. То есть вы видите, что уголки все закрывает, все везде хватает. Ну вот так будем пользоваться. Надеюсь, что обзор этого подарка вам понравился. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я буду снимать для вас новые видео. Все, всем пока-пока, до новых встреч!